Это обряд проводится в дни растущей луны. Если финансовая ситуация не такая стабильная, как хотелось бы, нужно взять кошелек, положить его под подушку, произнося следующий заговор. «Приходи, доход до моих ворот. Заходи в дом, будь здесь сейчас и потом тебе с нами оставаться. Нам в деньгах не нуждаться». Делать этот обряд лучше целую неделю, с воскресенья по воскресеньям. Аминь. Пишем в комментариях и не забудьте поделиться с друзьями. И подписывайтесь на канал.